поэтому ты... Нет, не поэтому. Да я не получаю удовольствия от того, что я держу оружие в руках. Мне от этого ни кисло, ни сладко. Есть люди, которые любят пострелять, да, то есть там воробьев, например. Я, ну, взял я пистолет в руки, ну и чё? Ну, выстрелил. И реально, ни кисло, ни сладко. Есть люди, которые любят стрелять. Я не люблю. Я люблю с рогатки стрелять. Рогатка норм тема, кстати. Я любил с рогатки на соседнюю дорогу людям на крышу камешки бросать, ну, закидывать. Не знаю, мне так типа было весело в детстве этим заниматься. То есть брать рогатку, камешек маленький и на крышу металлическую людям, которые живут где-то метров, ну сколько там, 100 метров, да, где-то от меня, да. Мне так смешно было, не знаю. Негодяй, да, я негодяй. Окна я не разбивал никогда и ни разу, а вот на крышу камешки бросал с рогатки. Закидывал. Что вообще в России происходит? А что в России происходит? Ну, люди живут, работают, учатся, тренируются. Привет, Владимир. То же самое, что и в других странах происходит. Ну вот я примерно себя вот таким вот чувствую после 8 часов стрима. Вот я примерно себя таким чувствую, как этот бренд. Вот реально. Стриминг вообще прибыльное дело, да? А, да, да. Конечно. Всем друзьям рекомендую. Умываюсь деньгами каждый день. Очень прибыльно. Стоит бросить работу там на каком-то заводе, условно говоря. Стоит вообще все забросить и начать стримить. Ой, мне надо фармить типа. Конечно же, это сарказм. Конечно же, я ни хрена не зарабатываю от этого. Только через донаты и то, если повезет. Только через донаты. С Твича и с Ютуба я... Ноль денег получаю. Ноль ровным. Большой ровный ноль. Круглый. Так вот, я подписчиков мало. Ну вот. Одна из причин. Подписчиков мало. Просмотров мало. Мне, чтобы зарабатывать, мне нужно 1000 подписчиков набрать для начала.
И хотя бы, чтобы мои видеоролики набирали по 5-10 тысяч просмотров. Тогда что-то будет капать там по 15 баксов, может быть, с одного видеоролика. И то сейчас типа монетизацию в России отключили, а у меня основная аудитория с России. То есть я, даже если наберу такие просмотры каким-то чудесным образом, то я не буду ничего зарабатывать, по-моему. Или буду. Короче, я не знаю, мне кажется, сейчас типа с России не идет, не монетизируются видеоролики. То есть люди смотрят видеоролики, они не получают никакой рекламы, да, перед своим лицом. Соответственно, стример не получает за это деньги. Ну, не стример, а блогер там. Ну, неважно, короче. В Молдове какая валюта? Лей. Молдавский лей. Есть румынский лей. А есть молдавский лей. Есть молдавский, есть румынский лей. Румынский лей дороже, чем молдавский. Да, сплю с деньгами, умываюсь деньгами. Не, было бы хорошо, если бы я хотя бы в день по 500 рублей зарабатывал. Было бы хорошо. Со стримов. Хотя бы по 500 рублей. Было бы реально хорошо. Ай. Но и Хираги, с тобой можно? Можно. А у тебя какой ранг? Привет. Какой ранг?
Я на основе бронза 120 левел. А, основа бронза? Основа бронза. Ну, чисто ради приличия и уважения я могу с тобой в обычку пойти. Чисто ради уважения. Одну катку. В обычку могу. Ну, просто у меня ранг больше, чем у тебя, и на постоянной, как бы там, основе играть с тобой не получится. А вот пойти в обычку может получиться. Про ранговый вообще молчу. То есть у меня золото там 2. Я с платиной, против платины играю. Тут человек из бронзы, ну, сам понимаешь, не клеится вообще никак. Вообще не клеится. А у нас стыкуется голда с бронзой. Не стыкуется, но я просто вот поиграю с ним. Не знаю, просто хочется с новым зрителем поиграть. Надеюсь, ничего плохого из этого не получится. Не выйдет ничего плохого. Не вытечет из этого ничего плохого. Ну, то есть он не ливнет, там он не начнет... Ой. Он не начнет тильтовать, там, обзывать всех подряд. Надеюсь, вот такого вот поворота не будет. Я соло мейнер. У нас какая-то жесткая Диана попалась. Жесткая Диана. Тебя то тот зовет, то другой. Ты сам никогда. Никогда я сам никого не зову. Привет, Аня. Аллей к евро сколько? Ой, один то есть одно евро это... Это примерно 18 лей молдавских. Нет, больше. Это 20. 20 лей молдавских. А доллар один. Это примерно 19 лей. 19-18 лей, где-то так. Как дела? Нормально. Весь день мне не было. Ну да. Ну я днем стримил, утром чуть-чуть. Там 3 игры, по-моему, сыграл. А куда он пошел?
Я спать мне сейчас ночи, давай. Good night. Чебураха. Ник ZGDX Changer. А не проще тебя, тебе добавить мне, друзья? Ой. Конечно же, урона не хватит. Сила шторма плюс плюс ульта, маловато урона там, чтобы Тристану пробить. Ну да, типа в следующий раз, вот если не обязательно ко мне на канал, да, зайдешь какому-то другому стримеру и захочешь с ним поиграть. Ты же видишь вот его никнейм перед своими глазами, вот ворчон там Twitch, да? Вбиваешь, добавляешь, ждешь меня, я выхожу из катки, и мы идем с тобой играть. А то часто бывает такое-то, что человек хочет со мной поиграть, просит, чтобы я его добавил, чтобы я его подождал, пока он игру там доиграет, давай я буду все это делать, потому что он этого хочет. То есть не он меня ждет, а я его буду ждать. Ну, конечно. С чего бы мне это делать? Мы с ним так хорошо знакомы, он каждый день смотрит мои стримы. Ну, часто такое бывает. Я могу своего зрителя постоянного подождать. Могу. Но не человека, который только зашел, и мы 5 минут с ним знакомы. То есть это не какой-то хейт, это обычная ситуация. Блин, убил меня. Я хотел за этим камешком так покрутиться. Не получилось. Спасибо за игры. Я пойду спокойной ночи. Было приятно посидеть, послушать. Я завтра, может, еще приду. Давай. Тебе тоже, Егор, спасибо. Заходи еще. Рад буду тебя видеть. Доброй ночи. А Виктор так и не объявился. Вчерашний Виктор так и не объявился.
Clash в Араме. И как? Успехи? Выиграла? Получила порцию удовольствия? Не зря туда шла? Или зря? Первый проиграли, две другие выиграли. То есть ты в плюсе осталась, да? А что, за это что-то дали тебе? Что-то дали за это? Сундук с иконками и а какой скин дали? Инфернальный вилкос. А ты не играешь, по-моему, на вилкозе, да? Ну, перекуешь его. Вообще эпические скины не особо хочется перековывать. Обычные, да, вот эпические, как-то жалко. Так и не добавил он меня в друзья. Так. Диана молодец. Диана выиграла. Иногда реально такие наглые заходят люди. Они думают то, что если я стример, то я должен сразу, типа, пригласить их в пати, вбить никнейм, добавить друзья, все должен сделать я, лишь бы они как бы поиграли со мной. Им даже впадлу самим вбить мой никнейм и добавить меня в друзья и подождать в лаунчере, да, чтобы после катки зайти ко мне в пати и поиграть. Им даже впадлу это сделать. В натуре, Рома, ты чё, ты должен, да-да-да. У меня такое большое желание играть с человеком из бронзы. Но я согласился.